Всем привет, друзья! Совершенно невозможно сидеть дома в Ломоносове, когда здесь, в Петербурге, проходят такие события, как чемпионат мира 2018 года. И мы с моим верным помощником Алексеем решили выйти на улицы нашего прекрасного города и познакомиться и пообщаться с иностранцами. И не только. How do you like our city? I enjoy St. Petersburg, yeah. Nice city. I was for 7 years I was here, was ago, so nice city, and I enjoy it there. Very good city. Yeah, I came to the play the Sweden with Swiss, and it's the nice shoe play now. I don't like this rain. Ну и конечно, как же в Петербурге без дождя? Конечно, он пошел. Конечно, он пошел. And the weather's not so good today, but the city is very, very nice. A lot of churches and gold. We don't know. Been here for 2 hours only. It's beautiful, but we're just starting to see it. Yeah, but first time in Russia, so it's a very nice experience. We just came out from Moscow and Nizhny, but we love St. Petersburg much better. Good, very good, very good, very beautiful. Very good. Your city is very beautiful, historical, and the people are very kind. I love this city. I love Russian. Love your city. It's very, very pretty. It's a beautiful city. Pity about the rain, but there's not much I can do about the rain. I can see it's a beautiful city, and I've enjoyed my time here. Who will play in the final match? Brazil and Russia. Ну обязательно Бразилия. А второй, Бельгия. Не знаю, может быть Франция. Germany, go home. Yeah, for World Cup. Yeah. But it's okay. We played bad football, and I don't think that it would be okay to reach the round of 16. So I think Russia and Sweden. No, it's not possible. Мы выиграем однозначно. Чемпионат есть? Ну, возможно, но этот матч мы точно выиграем. Как вы думаете, с кем мы сыграем в финале? С Бразилией. Бразилия, Англия. Россия, Франция. I think Brazil will play in the final match. I'm not sure who the other team will be, but I think it'll be Brazil. Maybe Russia. Maybe. They played very well two nights ago. If they can play the same, it all depends on the center forward. The center forward is a very good player. Знаешь, самое удивительное то, что они разбили испанцев, честно говоря, это. Спасибо. А вы сами откуда? Смоленская область. Да. Ну все, тогда добро пожаловать в Петербург. Спасибо. Brazil. Belgium. And Belgium. Не Russia, да? Не Russia. Друзья, самое большое мое удивление, это то, что русские люди неохотно разговаривают. Иностранцы прямо душа нараспашку. Русские все спешат. Наверное, деньги зарабатывать. Серега, что ты хочешь? А ты угощаешь? Угощаю. В Петербурге все движется, все живет, все кайфуют и наслаждаются этим моментом, этим летом, когда у нас проходит такое событие. Мы очень надеемся, что наша сборная будет двигаться дальше и победит в финале, хотя это, конечно, просто фантастика. Ей повезло, что у нее есть зонтик, у нас его нет. Леха, ты в курсе, что мы с тобой сегодня могли никуда и не поехать? Это что это? Да машина поломалась с самого утра. Да ладно. Вальву поехал, сделали все за 20 минут. А какая поломка была? Да любая. Ага. Слушай, ну так приятно оказаться в родном Ломоносове, приехать, сразу солнышко светит. Да? Да. Хорошо. Я люблю Ломоносов. Птички чирикают. Питер круто, конечно, вообще, но я люблю Ломоносов. Рамбо форева. Я люблю Ломоносов. Я люблю Ломоносов!